Все время с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном 31 год назад страны движутся по пути развития дружбы и сотрудничества. Отношения переросли из добрососедских во всестороннее стратегическое партнерство. Достигнуты договоренности по построению китайско-кыргызстанского сообщества единой судьбы. Китай стал важным источником иностранных инвестиций для Кыргызстана и его крупнейшим торговым партнером. По данным китайского внешнеполитического ведомства, в 2022 году товарооборот между странами превысил 15,5 миллиардов долларов. Кыргызстан в основном поставляет в Китай сельхозпродукцию, а среди товаров из КНР, которые только начинают завоевывать киргизский рынок, – электроавтомобили. Стороны совместно реализуют ряд крупных проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в том числе строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и второго обводного Чуйского канала.